Не секрет, что ряд высоких московских чиновников имеют петрозаводское происхождение. Один из них не больше, не меньше, как секретарь Совбеза Российской Федерации Николай Платоныч Патрушев, который одновременно является председателем комиссии по подготовке празднования столетия Республики Карелия. И, конечно же, все члены комиссии, включая председателя, обеспокоены вопросом надлежащего праздника, который пройдет у нас в 2020 году. Нас интересует такой вопрос: а сколько будет денег выделено на приведение дорог в порядок? С этим мы обратились к нашему градоначальнику Ирине Мирошник. Это очень внушительная помощь из федерального бюджета. Уже на 2019 год городу Петрозаводску выделено 400 миллионов рублей, что позволит нам отремонтировать центральные магистрали города. Выбор обусловлен тем, что самый высокий износ у этих магистралей в силу интенсивного трафика, передвижения транспорта. И, кроме того, возможно будет отремонтировать не только дорожное полотно, заменить бордюрный камень, отремонтировать тротуары. Ремонт тротуаров – это вообще очень долгожданная повестка для города и очень востребованная. Поэтому, собственно, вот такие заметные качественные изменения дорожной сети произойдут в городе. Ну и, кроме того, программа позволяет нам установить новые светофорные объекты, нанести дополнительную пластиковую разметку, ну то есть обезопасить движение надлежащим образом. Вот чтобы петрозаводчанам была понятна грандиозность суммы, вот правильно ли я понимаю, что на уборку города вот от снега зимой уходит в районе 200 миллионов рублей, где-то такой порядок, а тут 400 миллионов. Более 200 миллионов рублей уходит не то что на зимнюю уборку, а в целом на годовую уборку на города Петрозаводска. Да. А здесь нам предоставляются средства в размере 400 миллионов рублей. 15 дорог, самых крупных, протяженных в городе Петрозаводске, вместе с тротуарами будут отремонтированы в этом году.